Рассказать о людях, чьи имена были скрыты под грифом «секретно». Такую цель поставили перед собой авторы биографического сборника «Выдающиеся новосибирцы». Собрал авторский коллектив и составил сборник известный конструктор, лауреат Ленинской премии Виталий Райсберг. В библиотеке имени Дмитрия Лихачева книгу представляли читателям. Продолжит Станислав Якушевич. Под одной обложкой герои с очень разными судьбами. Одни получили широкую известность при жизни. Хирург Евгений Мишалкин, физик Герш Буткер, писатель Юрий Магалиф. Но для автора-составителя книги Виталия Райсберга важны и другие, его коллеги. Те, кто, работая в секретных КБ, создавал оборонную технику. Долгое время информация об их жизни и работе была скрыта под грифом «секретно». Захотелось, говорит автор, поставить этих людей в один ряд с выдающимися учеными и писателями. В этом и заключалась идея, чтобы их поместить вместе, чтобы известные люди привлекали уже к такой книге. А вот те неизвестные, которые тоже очень важны, и работа которых ничуть не менее важна. Одно из непременных условий, которые поставил перед авторами сборника Райсберг – писать о тех, кого знал лично. Александр Голованский с героем своего очерка проработал вместе четверть века. Про конструктора Николая Целлера, отмечает, можно написать отдельную книгу. Не судьба, а фантастический роман. Мальчишка из семьи репрессированных поволжских немцев. Создал первый в СССР бортовой комплекс обороны для боевых самолетов. А вот фотографии сохранил до обидного мало. Лауреат государственной премии, генеральный конструктор Целлер при жизни был скромен. Это были удивительные простые советские инженеры, говорят, которым главная награда была даже не премия по окончанию этапа, а вот моральное удовлетворение от того, что техника наконец-то заработала, что она попала на борт. Историко-биографический очерк представили аудитории знающей и взыскательной. На презентацию книги пришли ветераны оборонной отрасли, инженеры и конструкторы, представители предприятий, на которых работали герои очерков. Им, а еще представителям городских библиотек, передали первые экземпляры книги. Станислав Якушевич, Олег Мощевитин, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!